Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчак. Певец Филипп Киркоров в студии программы «Секрет на миллион» раскрыл подробности свадьбы с Аллой Пугачевой. Оказывается, артист не горел желанием связать себя узами брака. «Мы не собирались жениться официально. Это была инициатива покойного ныне Анатолия Собчака», ошеломив признанием исполнитель. По словам Киркорова, первый мэр Ленинграда и директор зала очень хотел поженить знаменитостей. «Я и паспорт забыл», – попытался отговориться тогда певец. «Мы привезем», – ответили ему. И привезли, и даже расписали. 27-летний Филипп Киркоров был настолько влюблен и счастлив, что даже не обратил внимания на то, что работники ЗАГСа произнесли его отчество как Борисович. А когда его спросили, согласен ли он взять в жены Аллу Пугачеву, он ответил «да». В мае того же года супруги обвенчались в Иерусалиме. Пугачева тогда говорила, что снова хотела бы стать мамой. «Я не то чтобы мечтал стать отцом, мне казалось, что ребенок еще больше нас объединит, сохранит наш брак. Но мы тогда настолько упивались жизнью друг друга, и этот период, особенно мне 30, ей 40 с небольшим, что о детях не думали», – рассказал артист. Киркоров признается, что иногда ему кажется, будто он до сих пор в браке с Пугачевой. Однако счастливых дней в их семейной жизни было не так уж много. «Я считаю первый год и все. Почему? Женщины что любят в первую очередь? Внимание. А артист что любит? Тоже внимание. А когда муж артист, он тоже любит внимание к себе», честно сказал певец.